На один день площадь перед монументом «Казах Еля» превратилась в яркий ковер из детских рисунков. Кроме того, по случаю празднования Дня защиты детей, специально для самых маленьких гостей жителей столицы, организаторы подготовили подвижные игры, мастер-классы и музыкальный флешмоб. Окунуться в атмосферу праздника детства решила и моя коллега Елена Стимович. Она сейчас находится на месте событий. Лен, доброе утро. Удалось ли тебе разглядеть рисунки на асфальте? Что рисуют дети? Здравствуйте, Вера. Рисунков на асфальте пока нет. Мероприятие вот только-только начинается. Но я думаю, уже через несколько часов эта площадь действительно превратится в яркий ковер детских рисунков. Потому что сегодня в праздник организаторы не ограничивали детей какой-то определенной тематикой. Я думаю, в большинстве рисунков будут присутствовать такие единые детские ценности, как родители, дом, солнце, ну и, конечно, они сами. А в данные минуты на площади начинается праздничная программа. Коллективы детские, а также школьные коллективы подготовили свои лучшие выступления. То есть здесь уже проходят флешмобы, здесь очень много детей, очень много ярких костюмов. И мне бы очень хотелось, чтобы зрители тоже стали частью всего этого и посмотрели на буйство красок и на буйство костюмов сегодня на площади. Елена, у тебя все, да? Спасибо большое. Елена, я хотела бы сказать, что сегодня в день защиты... Есть еще сегодня организаторы постарались уделить внимание многодетным. Да, Вера, особое внимание организаторы сегодня постарались уделить многодетным и малообеспеченным семьям. Больше 2000 детей сегодня получили бесплатные билеты на эти концерты. Кроме того, сотни детей-сирот получат единовременные выплаты к празднику. Ну и для тех горожан, которые еще не в курсе, сегодня в общественном транспорте организован бесплатный проезд для детей и школьников. Вот на этом, Вера, у меня действительно все. Позвольте мне продолжить насладиться этим прекрасным праздником. Вера. Спасибо большое. Елена Устимович работает на площади Казах Еля. Там сейчас проходят мероприятия по случаю праздника Дня защиты детей. Но мы продолжаем.